Посвященной вашему профессиональному празднику, Дню работника культуры. В России отмечают этот праздник всего в 16-й раз. Но кажется, что он был всегда, не правда ли? А все потому, что культурные традиции в нашей стране исторически так глубоки и развиты. Администрация Кировского района, как наиболее насыщенного учреждениями и организациями культуры, всегда придает большое значение этому празднику. А сегодня у нас еще есть и прекрасный повод собрать всех вас здесь, друзья. Это новое современное помещение, построенное для детской школы искусств «Добрый знак на нашем пути». И в год 80-летия Кировского района достижение учреждений культуры – еще один большой ценный подарок юбиляру. С прошедшего Дня работника культуры в муниципальных учреждениях этой сферы в Кировском районе многое произошло. В Екатеринбургском театре юного зрителя спектакль «Питер Пен» в Кенсингтонском саду стал лучшим детским спектаклем на театральной премии «Браво». Проведен Всероссийский фестиваль «Лаборатория спектаклей для детей «Колесо». Скажите, а на сцену свет немножко можно дать? Вот было хорошо до этого. Спасибо. Прошел 600-й знаменитый спектакль «Каштанка». Театр стал обладателем конкурса на лучшее новогоднее оформление учреждений культуры. Состоялись премьеры спектаклей «Чучело», «Три толстяка» и «Эшелон». В Объединенном музее писателей Урала реализован проект виртуальной экскурсии «Урал Бажова». Проведен открытый театральный фестиваль «Свой». В камерном театре состоялись премьеры спектаклей «Приваловские миллионы», «Над пропастью во ржи». Готовятся две премьеры: «Орхидея» по произведениям Гарина Михайловского и «Дети солнца» по Максиму Горькому. Но главное событие – реконструкция парка литературного квартала еще впереди, сразу после Дня города Екатеринбурга.
центре культуры «Урал» кипит культурная жизнь. Традиционные и новые конкурсы и фестивали, концерты и спектакли, кинопоказы и выставки, работа творческих студий и прославленных коллективов, массовые праздники и летние творческие объединения. Одним словом, современная городская площадка. В Центре культуры молодежной открылась музейная комната, посвященная истории МЖК. А еще была подготовлена обширная масленичная программа в парке культуры и отдыха имени Маяковского. В библиотеках на территории Кировского района продолжают не просто выдавать книжки читателям, а побуждать в них жажду знаний, интерес к науке и истории, к чтению вообще, придумывая и проводя самые разные игры, встречи, акции. В детских школах искусств так много достижений и событий, что рассказать обо всех сегодня просто невозможно. Ну, например, детская музыкальная школа номер 3 имени Дмитрия Шостаковича получила статус «Лучшей в Свердловской области» по конкурсно-фестивальной деятельности. Екатеринбургская детская школа номер 2 провела уникальный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Краски на стекле», выставка которого состоялась в Екатеринбургском театре юного зрителя. Ансамбль танца «Феникс» отпраздновал свое 15-летие грандиозным концертом в Уральском театре эстрады. В детской музыкальной школе номер 13 имени Дунаевского ведет интенсивную концертную работу уникальный оркестр преподавателей «Дивертисмент». И так во всех школах. Ну что ж, друзья, с наступающим вас Днем работника культуры! А поприветствует вас и поздравит глава администрации Кировского района Владимир Юрьевич Боликов. Добрый день, уважаемые руководители, уважаемые педагоги. Позвольте мне от имени администрации Кировского района поздравить вас с наступающим профессиональным праздником Днем работников культуры. Наш район во многом уникален, но уникален еще и тем, что на его территории располагается огромное количество учреждений культуры, муниципальных, областных, государственных. И сегодня здесь присутствуют руководители и педагоги. Символично, что в этом юбилейном для города, юбилейном для Кировского района году, этот год объявлен годом педагога и наставника. Огромное вам спасибо за вашу работу. Здесь присутствуют люди, которые имеют огромный стаж работы в своих учреждениях, на своем поприще учреждениях культуры. Я бы хотел сегодня искренне вас поблагодарить за вашу работу, за то, что вы делаете для Кировского района, за ваш патриотизм, за ваше неравнодушие к своему делу, пожелать здоровья, оптимизма, новых творческих успехов и новых креативных проектов на благо нашего любимого Кировского района. С праздником, дорогие друзья! Владимир Юрьевич вручит почетные грамоты администрации Кировского района города Екатеринбурга за многолетний добросовестный труд, достижения в профессиональной деятельности и в связи с Днем работника культуры. На сцену приглашаются Баум Александр Владимирович, заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя. Да, прекрасно. Вы, пожалуйста, пока фотографируйтесь. Так, друзья мои, кто у нас вручает грамоты? Конечно, вы бы как хотели, не все так просто. У нас рояль в кустах, и грамоты тоже. Спасибо большое. Не забываем фотографироваться. Белов Сергей Николаевич, артист, художественный руководитель Екатеринбургской детской театральной школы. Спасибо большое.
Готовится пока Григорьев Георгий Алексеевич, ученый-секретарь административного центра Объединенного музея писателей Урала. Евдокимова Ирина Викторовна, директор Объединенного музея писателей Урала. Заведующий музеем литературной жизни Урала 19 века Объединенного музея писателей Урала. Синичкина Наталья Давыдовна, заведующая группой Екатеринбургского театра юного зрителя. Светлана Николаевна, документовед Екатеринбургской детской театральной школы. Черепанов Борис Александрович, плотник хозяйственного отдела Объединенного музея писателей Урала. Года трио аккордеонистов «Фьюжн» детской музыкальной школы номер 3 имени Дмитрия Шостаковича. Руководитель, лауреат премии губернатора Свердловской области Данил Шараньев. Встречайте! Thank you.
и вручение наград работникам культуры на сцену приглашается депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Никитич Матвеев. Спасибо большое. Дорогие друзья, я тоже хотел бы присоединиться к словам поздравления Владимира Юрьевича. Действительно, 25 марта у нас в стране будет отмечаться День работника культуры. Он считается профессиональным праздником, поэтому от души всех вас вашим профессиональным праздником. Вообще, мне кажется, уже давно все прекрасно понимают, что культура должна присутствовать в жизни человека с детских лет. И в общем и целом мы по жизни вот так видим, что действительно культура делает человека добрее, светлее и лучше. Вот хор «Аврора», например, сегодня он как бы нашу программу, нашу встречу, прием главы администрации Кировского района открывал. И вот если на лица этих девочек посмотреть, да, согласитесь, что действительно культура вот с этими девчонками, которые, наверное, по нескольку лет каждая из них занимается в хоре «Аврора», и вот эти занятия в том числе сделали, так сказать, их добрее, светлее, лучше. И, в общем, культура делает лучше и в целом мир, в котором мы живем. Более того, культура учит, культура воспитывает терпение, воспитывает уважение друг к другу. Это может быть то, чего сегодня в целом в мире вот так вот не хватает, в том числе во взаимоотношениях народов, государств. Ну, есть, конечно, у этого свои виновники, не будем сегодня в эту тему углубляться, но мне лично представляется, что вот если бы правила миром культура, то отношения были наверняка более добрососедские, именно добрые, дружеские и так далее. Я хочу сегодня сказать о том, что вообще развитие города любого во многом зависит от его конкурентоспособности и от качества условий проживания в нем. И когда человек вот для себя определяет, где же ему жить, в каком городе, он, конечно, оценивает город в первую очередь вот с точки зрения действительно, ну, во-первых, наличие работы, это прежде всего конкурентоспособность города. А во-вторых, конечно, человек оценивает город, а есть ли возможность в этом городе ему, в том числе, реализовать себя творчески. Есть ли в этом городе возможность его семье, его детям где-то сходить отдохнуть, в том числе где-то детям посвятить, я имею в виду, чтобы дети позанимались в школах искусств, музыкальных школах и так далее, и получили дополнительное вот это вот творческое развитие. И в этом смысле город Екатеринбург, он, в общем, ну, считался и продолжает считаться, по-моему, одной из культурных столиц нашей страны, России. И в первую очередь потому, что в том числе в нашем городе Екатеринбурге, вот это все, во что может человек окунуться в культурную эту среду, оно присутствует. Вопрос достаточно, недостаточно, он, конечно, уже вторичен, но в первую очередь можно и говорить о том, что в городе Екатеринбурге сосредоточено достаточно культурных учреждений, которые вот делают действительно нашего жителя и вообще в целом человека лучше, добрее и светлее. Ну вот про Кировский район наша замечательная ведущая сегодня рассказала, а в целом я хочу сказать, что в городе работает сегодня свыше 80 учреждений культуры разной формы собственности, и в этих учреждениях культуры работают как заслуженные деятели искусств, мэтры, так и, в общем-то, люди, которые посвятили свою жизнь работе в культуре. Потому что, действительно, культура во всех своих проявлениях, она лечит, она учит, она воспитывает, она вдохновляет, она заряжает. И за каждым из этих слов стоите вы, дорогие, в
педагоги, дорогие руководители учреждений культуры. И я тоже хотел бы сказать вам огромное спасибо за ваш труд, потому что хочу это сделать вот с этой сцены. Я хочу поздравить вас с замечательным праздником. Всем вам добра, здоровья, счастья. Вот. Ну и, конечно, успехов нашей культуре, которую мы любим и которую мы сегодня, я имею в виду, вас, чествуем, празднуем, отмечаем. Спасибо вам большое. Спасибо.